входная дверь Адалин для дома. Главный элемент этой двери – роскошный витраж. Он украсит дом в викторианском или классическом стиле. Коричневая краска смотрится сдержанно и благородно. Дверь окрашена по фирменной технологии Steel Lock Protect. Краску наносят на влагостойкий МДФ и покрывают лаком. Все материалы отделки устойчивы к влаге, жаре и холоду. Внутри краска цвета слоновой кости. Это приятный и универсальный оттенок. Через это большое окно в дом попадает много света. Днем в прихожей будет светло и уютно. Сюда подобрали фурнитуру в цвете бронзы. Это удачное решение. Она придает образу теплоту. Оба замка здесь цилиндровые. Они произведены в Турции фирмой Кале. В будущем сюда можно установить цилиндры Абус. Их берут в оба замка, чтобы потом открывать их одним ключом. Рядом ночная задвижка. Это простой засов, но у него есть большое преимущество. Задвижку невозможно открыть снаружи, даже если у взломщика есть ключ. Такая дверь подходит для установки с улицы в теплый тамбур или сразу в прихожую. От холода ее защищает многослойный утеплитель. На внутренней стороне не будет наледи и конденсата, ведь здесь есть терморазрыв. Это значит, что внешняя и внутренняя стороны двери не соприкасаются металлическими частями. Поэтому холод не пробирается с уличной стороны на внутреннюю. От сквозняка защищают 4 контура уплотнителя. Даже сильный ветер не попадет в дом через столько барьеров. Внизу порог из нержавеющей стали, его легко протирать и трудно поцарапать. В наших салонах оцените Адалин и другие двери. Позовите менеджеров, они ответят на все вопросы и помогут выбрать дверь в дом.